Да не, не развяжуется уже. Мы едем же не на дымной. Эдик уже, Рома впереди, а Эдик где-то у меня на багажнике. Меня простили. И что, куда мы идем? Мы опять в экипаже, все нормально. Там у Слепова здесь целый перенел в буке. И колесо. Дубы будут разбирать. Давай залебедимся. Давай лебедкой подтянем. Два дерева. Ты сам лебедь. Не может быть по дубу. Вот это. Переживай. Сорвут. А, ну да. Давай, ничего страшного. Я все метра высоты. Да. Сказал, что его не будет в этот раз. Сейчас я напоминаю. Да, да, да. Вот, а так, если за вот эту вот так вот зажать? За что случилось? Как зажать? Этот, травы нарви мне, чтобы я тут мог повытирать. Вот тут. Просверлите скрытый конечник. Отвалить и сверху кинуть усилитель. Все мы найдем болты, не там еще что-то. Самое лучшее, что помогает. Смотрите, я могу самое лучшее. Это все с центрального. Там все что угодно может стоять. Стоять я не хотим было. Поэтому. Да ты взял еще один, да? Да. Три лебедки, вот даже поднимать запас. Не самодельно, блядь. Я думаю, что и нихуя не будет. Там Шевроле 4.3. Смотри. Ну, тоже высоко. Да там 400. Лучший мотор! Лучший мотор! Давай! И это сложно, Красиво идет.
Надо же отдохнуть красиво, чтобы пацаны порадовались. Есть, ой, ну все. Нормально. Сейчас к ним подъедем, тоже станем, наверное, да, для них. Ну, вид, да. Вид красивый. Доехали до замечательного места. Красивые виды, хорошая поляна. Номера люкс. 12, 11, 10. Верхний этаж пентхаус получается. Пентхаус. Да. Это... Лучше поселяться на верхнем. Открываются красивейшие виды. Вот на ту сторону балкон выходит, там просто вид обалденный на долину. В эту сторону не очень. Здесь дорога, шуметь будет, знаешь. Поэтому. Но лучше брать наверху. Не, ну такое нельзя выкладывать, Игорек. Потому что, ну блин, мы серьезные ребята. Мы серьезные ребята, такое нельзя выкладывать. А завтра с утречка мы встанем, быстренько преодолеем это все и поедем на третий день. Если ты а ты видишь, да, что ты снимаешь? Ну, конечно. Ага, вот он стоит. Гель, по-моему, да? Да, выше пошел человек. Я думаю, на разведку идешь, чтобы узнать, можно ли бороться. Попробуйте выехать. Прикол, когда чистишь что-то в лук, режешь, ну, в зал ложишь, реально не ревешь. Вот как тебе? Прекрасно. Я поджил. Откуда ты вылез, скажи? Из полевого душа. Первый этот самый, на шаг переходишь. Налейте, пожалуйста. Налейте, пожалуйста. Налейте туда. Я понимаю. Ха-ха!